Установка самой простой напоминалки мини-органайзера в Linux. Команды установки можно скопировать в описании к видео. Открываем терминал, одновременно нажав клавиши Alt, Ctrl, T. Набираем первую из двух нужных команд. Набираем пароль и жмем. Набираем или копируем и вставляем вторую команду. Видим, что в панели появился значок будильника. Нажимаем на него, в открывшемся окошке выбираем «Показать будильники». Чтобы добавить будильник, нажимаем крайнюю левую кнопку. В открывшемся окошке печатаем название будильника. Набираем нужное время. Разворачиваем вкладку «Повтор однократно». При необходимости ставим галочки на тех днях недели, которые нам нужны. Закрываем текущую вкладку и видим, что у нас появился первый будильник. По той же схеме в напоминалке можно создавать и другие будильники. Чтобы отредактировать будильник, нажимаем на значок программы в панели. В окне программы нажимаем на вторую слева кнопку. Запускаться программа будет вместе с компьютером. В установленное время вы увидите в правом верхнем углу окошко напоминания. При желании в окне редактирования можно установить и звуковое напоминание.